Дорогие друзья, это известная российская исполнительница Юлия Проскурякова. Еще жена супруга известного российского певца и музыканта Игоря Николаева. Оставайтесь с нами, друзья, чтобы знать всю правду российского шоу-бизнеса. Оказывается, вчера вечером во время прогулки артистка получила серьезную травму ноги. У нее на туфле сломался каблук, и она подвернула ногу. На данный момент она находится в больнице. Медики сообщают о том, что травма не очень серьезная, и скоро певица отправится домой на лечение. Мы попытаемся поговорить с самой певицей, друзья. Очень надеемся на то, что с ней все будет хорошо, ведь мы очень сильно переживаем за нее. Оставайтесь с нами, друзья, смотрите наши новости. Каждый день, каждое утро на нашем канале выходят интересные новости российского шоу-бизнеса.